Магаданский театр вошел в список победителей конкурса «Полюс. Золотой сезон». Проводят его для театров на Дальнем Востоке, Сибири и Урале, там, где есть золоторудная компания. Главный спонсор и меценат этого фестиваля. И наш театр со спектаклем «Мой друг уехал в Магадан» вошел в шорт-лист этого конкурса. Всего принимали участие 37 организаций, из них отобрали 9 лучших. Уже в ноябре колымские артисты поедут на этот фестиваль. Спектакль «Мой друг уехал в Магадан» – это новинка в нашего репертуара, которая появилась совсем недавно, вот в прошедшем сезоне. Это спектакль, который был написан по мотивам, по документальным воспоминаниям магаданцев, которые проживали в нашем городе в 60-е годы и были свидетелями и знавшими, принимавшими в гостях Владимира Высоцкого, когда он в марте 1968 года посетил наш город. Вот поэтому для нас, для нашего города этот спектакль – часть нашей исторической летописи, наших хроник. Представители 9 театров-победителей станут участниками фестиваля современного искусства «Территория Красноярск». Пройдет он в Красноярске с 15 по 21 ноября 2021 года. Те артисты, которые займут первые 3 места, покажут спектакли в рамках фестиваля. В постановке «Мой друг уехал в Магадан» прозвучат песни Акуджавы, Высоцкого и многих других. Режиссер-постановщик Родион Букаев из Москвы. Как рассказывают сотрудники Магаданского театра, для них очень важен этот спектакль. Этот спектакль – это часть, уже часть нашей истории, истории нашего города. Вот почему мы рады тому, что попали в шорт-лист этого спектакля. Можем поехать не только показать себя, но и посмотреть других наших коллег, обменяться опытом в этот фестиваль «Территория». Он дважды проходил в Магадане, в 2018-2019 году мы принимали его у себя. В этом году весной фестиваль «Территория» проходил уже в Иркутске, и осенью сейчас вот он пройдет в Красноярске. Так что это прекрасная возможность для артистов, прежде всего, посмотреть на своих коллег из других городов. Также в рамках фестиваля для сотрудников театра проведут лекции и мастер-классы. «Территория Красноярск» познакомит участников с современными тенденциями театрального и изобразительного искусства и даст стимул к развитию культурной жизни в регионе. А он, представьте мне, и говорит, в России, дескать, холодно купаться, поэтому здесь неприглядный вид. Зато, говорю, мы делаем ракеты, перекрываем Енисей, а также в области балета. Мы впереди, говорю, планеты всей, мы впереди планеты всей.